Итак, здравствуйте всем. Испытание номер 5, ребята. То есть не 5, а 6, извините. Мы с вами выполнили вот это. Мы с вами выполнили вот это. Мы с вами выполнили вот это. Вот это выполнили. Вчера выполнили вот это. Конечно, все нубы уже стоят. Все нубы собрались. Стоят, ждут. Сейчас, через 2 минуты он передвинется. Смотрите, ребята, засекайте, 2 минуты он передвинется. Я могу даже вам предсказать, что будет. Он нарисует гору и цифру 15 нарисует. Смотрите, он сейчас передвинется. Как мне отойти подальше, чтобы показать, что он передвинется? Вот, видите, он там стоит. Вот, видите, это вот столько нубов собралось тут. Сейчас запрыгнем сюда. Смотри, он передвинется. Так. Последняя минута, ребята. Смотрите. Надеюсь, засекли. Сейчас он передвинется сюда. Вот сюда вот он сейчас передвинется. На последнюю загадку. Будет малевать последнюю загадку. И... Так, телефон я держу в руках. И... Сейчас будет магия. Да мне не надо подарок этот. И сейчас. Он сейчас передвинется. Мои часы спешат на одну минуту, наверное. Так, что там за подарок? Ага. Опа, он передвинулся. Видели, ребята? Он передвинулся. Я вам сказал, что я знаю, во сколько он будет передвигаться. Он нарисует гору и цифру 15. Я вам говорю, что он гору и цифру 15 нарисует. Для этого надо... Знаете, что сделать? Для этого надо в магазин сходить сначала. Берем и идемте в магазин. Это самое легкое задание, ребята. Это самое легкое. И покупаем у него... Да подвиньте, нуб. И покупаем у него фейерверк в честь рождения. За 40 покупаем. И поехали, ребята. Да, вот. Можно, кстати, следовать за этими нубами. Они вам покажут, куда надо идти. Да, куда мне подарок? В общем-то, купили и берем в руку. Окей. И идемте вот туда вот наверх. Это легко. Потому что можно... Я тебе говорю, что можно следовать легко вот за этими вот нубами, которые бегут сейчас впереди. Но это, конечно, не факт, что они правильно идут. Это логично. Поднимаемся сюда вот наверх, на гору. Тут бы эта сама песня подошла бы. Если друг оказался вдруг, и не друг, не враг, а так. Да, в общем-то, залезаем вот на этот блок. И запускаем фейерверк. Давайте. Давай, запускай, уходи отсюда. Все?
Давай, уходи отсюда, нуб. Вот. И запускаем фейерверк. В общем-то, запускаем фейерверк. Да, откуда ты лезешь, нубы? Останьте, нубы. От меня. И запускаем фейерверк. И мы с вами разгадали очередную загадку. Дай, отстань, нуб. Это легко. Загадочка эта решается. Опа. Давайте почитаем еще. Что написано, кстати. Если вы не понимаете, как я тут разгадываю все это. Какая-то магия у меня есть. А магии нету никакой. Вы здесь за головоломками. Каждая восклицательный знак это типа головоломка. А вот это вот, это уже означает, что вы уже решили. Вот это вот значок. А на вчерашней головоломке были сверкающие номера и гора потрясающая. Вот. Тут вообще ничего секретного нету. В общем-то, ждем следующего дня, ребята. Лайк, подписка, комментарий. Увидимся в следующей серии. Всем, ребята, пока. В общем-то, вот. Полетели. Правильно? Окей.